Арбитражный суд Севастополя признал ресторан «Севас» самовольной постройкой и постановил снести его. Такой информацией поделилась вице-губернатор города Светлана Пирогова в своем телеграм-канале. Тяжбы между правительством Севастополя и обществом с ограниченной ответственностью ПИР начались в апреле 2020 года. Далее цитата. «Судебное разбирательство длилось более 2 лет. По делу были проведены 2 судебные экспертизы. Судом принято решение об обязании общества с ограниченной ответственностью ПИР осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств», написала Светлана Пирогова. Решение вступит в силу через месяц, уточнила вице-губернатор. Напомним, 17 декабря 2019 года арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск о признании незаконным договора аренды между обществом с ограниченной ответственностью ПИР и Департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Этот документ позволил заведению расшириться за счет земли государственного унитарного предприятия «Севастопольский морской порт», в результате чего часть общепита случайно залезла на другой участок, предназначенный для размещения морских и речных портов, причалов, пристаней. Теперь же здание на набережной Адмирала Клокачева, 15, решено снести.